По легенде, в 9 часов утра неизвестные лица тяжело ранили двух сотрудников дежурной смены гостиничного комплекса «Тавла», после чего захватили в одном из помещений 26 заложников и выдвинули жесткие политические требования. Террористам предложили сложить оружие и сдаться властям. Предпринимались меры для освобождения заложников. В 13 часов преступники стали угрожать взрывом здания. Два заложника убиты. В связи с обострившейся ситуацией руководителем оперативного штаба принято решение о проведении активной фазы спецоперации. В ходе боя преступники оказали сопротивление. В результате один был ликвидирован, двое задержаны. Во время боевого мероприятия одному из террористов удалось осуществить подрыв самодельного взрывного устройства. Взрыв произошел между 4-м и 5-м этажами гостиничного комплекса. 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Возникший пожар усложнил эвакуацию людей с верхних этажей. Силами сотрудников МЧС возгорание было ликвидировано. Всем пострадавшим была оказана экстренная медицинская и психологическая помощь. Цель учения достигнута. Руководство оперативного штаба оценили данное учение на положительную оценку. В ходе учений, проведенных на гостиничном комплексе «Тавла», который осуществляет обеспечение чемпионата мира, общая оценка является, что оперативный штаб и силы и средства его готовы к отражению любой террористической угрозы на территории Республики Мордовия. Также на месте происшествия саперам и взрывотехникам удалось обнаружить и обезвредить тротиловые шашки. Сотрудники группы радиационной, химической и биологической разведки провели мероприятие по поиску и вывозу в безопасное место хранения радиоактивного источника. Оперативный штаб благодарит жителей и гостей республики за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений. Елена Сергеева, Андрей Просвиркин, Народные новости.